Я вам скажу, вы имеете в виду, у вас один помощник есть. Я всегда вас поддержу, иншаллах. Ну, что в моих силах, конечно. Сегодня мы побывали на зиарате у нашего муфтия. Очень приятно, что у нас получилось собраться со всеми спортсменами, паралимпийцами. Приняли участие чемпионы мира, чемпионы Европы по разным видам спорта, призеры паралимпийских игр. То, что Аллах для нас выбрал, это благо. И нам благо, и нашим родственникам благо. Если у кого дети есть, для детей тоже благо. В любом случае, Всевышний своих рабов очень любит. И когда, например, даже если с собой сравнивать, если кого-то любим, разве мы будем ему плохое делать? Мы же, когда любим, самое наилучшее же мы этим делаем, любящим людям. И Всевышний тоже плохо никогда не делает. Муфтий для ребят посоветовал в первую очередь не отчаиваться, несмотря на свои сложности, стараться быть полезным, не стараться смотреть на какие-то ограничения, потому что Всевышний каждый испытывает по-своему. И он сказал, что всегда будет рад нам чем-то помочь. И мы рады, что у нас есть такая возможность сегодня побывать у муфтия. Все условия для изучения ислама на любом уровне я готов вам создавать условия. Вы же, например, будете спортсмены определенное время, будете участвовать, я вас поддерживаю. А так, для изучения ислама тоже я любые условия вам создам. Это наше будущее.